Сотрудники уголовного розыска МВД России по Московской области совместно с коллегами из Ленинского городского округа задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве, связанном с лизингом специализированной техники. Установлено, что один из фигурантов приобрел действующую фирму и назначил номинального директора. От его имени злоумышленник удаленно подал заявки на аренду. После заключения сделок и дистанционного подписания договоров его сообщник по доверенности забирал автотранспорт. Вследствие заявленные ежемесячные платежи не производились, а спецтехника продана третьим лицам. В полицию обратился представитель организации, занимающейся долгосрочной арендой имущества, который заявил, что генеральный директор фирмы заключил с их компанией договор. После получения трех автомобилей-самосвалов и одного автобетона-смесителя клиент перестал выполнять условия, не вернул технику и отключил установленные на ней GPS-маяки. Стоимость похищенного автотранспорта превышает 29 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и при участии Росгвардии задержали злоумышленников в арендованной ими квартире. При проведении обыска по адресу проживания соучастников обнаружены печати различных организаций, мобильные телефоны, ноутбук, договоры лизинга и другие документы, имеющие доказательственное значение. Возможно, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений. Следователям следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.